Каждый год в городскую больницу Армавира с диагнозами гипертоническая болезнь, инсульт и инфаркт поступают больше 1500 человек. Сердечно-сосудистые патологии выходят на первое место в стране по причинам смертности. В группе риска те, кто страдают повышенным давлением. Если ваши родственники или родители страдают артериальной гипертензией, если вы сталкивались с тем, что в ряде случайных медосмотров, которые вы проходите, фиксировался подъем артериального давления, вы должны держать это на контроле. И при первом же подъеме артериального давления свыше 140 на 90 и выше, вы должны обратиться к врачу для последующего обследования и необходимого лечения. Осложнения от высокого артериального давления и нарушения образа жизни и питания. Это инфаркты, инсульты, гипертонические кризы, те состояния и заболевания, которые в итоге приводят к инвалидизации, к смерти пациентов. 2015 в России объявлен национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такая инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину. Граждан призывают задуматься о профилактике гипертонии, инсультов и инфарктов. Правила простые, их по силу выполнить любому здравомыслящему человеку. Так как почистить зубы, точно так же человек должен каждый день делать физзарядку. Человек должен каждый день следить за своим питанием. Не переедать жирного, уменьшить количество соли в пище, чтобы не увеличивать количество факторов риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Обязательно должен регулировать человек то количество стрессов, с которыми он сталкивается. То есть не меньше 7-8 часов сна в сутки, смены видов деятельности. Надо не забывать о вредных привычках, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Это употребление алкоголя, табакокурение. То, что банальный здоровый образ жизни является главным, может подтвердить и жительница Армавира Тамара Алексиян. Об этом она знает не понаслышке. В июне женщине исполнится 70, а ее давление не превышает показателей 130 на 80. При этом еще несколько лет назад на тонометре она видела опасные значения. Надо бегать. Меньше кушать, больше бегать, двигаться и заниматься гимнастикой. Это мне дает дыхание, сердце, импульс такой жизненный. Все. Я после этого чувствую себя великолепно. Посмотрите, сколько много полных женщин и мужчин. Этого нельзя допускать. О правилах, которые спасут жизни и не позволят развиться сердечно-сосудистым заболеваниям, армавирцам напомнят через СМС. Тем, кто состоит на учете, врачи городской многопрофильной больницы пришлют сообщения с рекомендациями. Вот лишь некоторые. Не подсаливайте пищу. Много соли – это дорога гипертонии. Следите за своим весом и талией. Ее окружность должна быть не больше 102 см у мужчин и 88 см у женщин. И не пренебрегайте профилактическими осмотрами. Они доступны для всех. Достаточно обратиться в регистратуру поликлиники, озвучить свое желание, и вам выпишут направление. По словам специалистов, в зависимости от возраста и показаний, такое обследование займет от 2 до 10 дней. Ирина Рухляк, Артур Карджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.